видели постановку, которая в таком жанре впервые у нас в театре. Это мюзикл для детей «Зеленый поросенок». Уже, наверное, лет 20 с лишним назад. Это была моя мечта давнешняя, когда очень захотелось, купив эту книгу, сделать именно в таком жанре вот такую постановку. Но по тем временам было очень сложно, потому что это были 90-е годы где-то, и уже о таких каких-то вот финансовых вещах мечтать было трудно. Сейчас можно писать проекты, как мы сейчас сделали это. Вот. И технически, конечно, в то время такого вы бы, наверное, не увидели. Вот. Поэтому пришлось так долго-долго ждать. У нас, да, многонациональный состав вообще, вот, потому что кто-то пришел на кастинг, кого-то я добирал, ходил по школам, был на двух каких-то трех концертах, приглашал тоже детей, которые, вот я увидел, неплохо поют. Конечно, не все у нас умели танцевать, но научились этому. И я вижу, что результат. Не все умели играть. Мы делали какие-то упражнения тоже, подготовку какую-то. И я доволен ими. Они вот действительно очень старались. И благодарен, что они остались в этом проекте. Потому что, ну, конечно, было очень много работы над всем. И над танцами, пластикой, оценки, актерское мастерство, сценическая речь также, чтобы доносился голос, вокал, педагог работал. Сегодня свобода, свобода, свобода. И когда ребята пришли со школы, они поначалу очень волновались, очень нервничали, они не понимали, что от них хотят. Им говорят одно, они думают, что понимают, потом переваривают, и получается что-то странное. Но потом потихонечку, помаленечку они начали раскрепощаться, начали играть уже от себя. Не то, что им только сказали, там, поверни влево, поверни право голову, а там еще подмигнул, там, улыбнулся или еще что-то. Поэтому они большие молодцы в этом плане. Добавочная стоимость этого проекта для участников – это в первую очередь развитие себя, развитие своего потенциала, избавление от множества комплексов. Когда я пришла, да, я на кастинге была, отбирали детишек по вокалу. Ну, было так. Я пришла, и здесь у нас не то, ну, актеры тоже, да, и они сразу сказали, ну, мы актеры, мы не певцы. На что я сказала, ничего, пройдет время и увидите результат. И сейчас, когда я с каждый раз за кулисами, ну, наблюдая, да, как мои актеры, певцы, они поют, и я настолько рада этому, что мы добились результата. Даже те, которые сказали, ну, это, ну, я буду только говорить и петь не буду, да, они сейчас поют, и я очень довольна, очень. По словам педагогов, по словам режиссера, дети стали более понимающими, более добродушными, участвуют в разных социальных акциях. Дети не ходят, не демолируют лавки, скамейки, да, не рушат, не делают граффити. Они свое время свободно тратят для того, чтобы самим развиваться. И теперь мы видим, как из этих молодых ребят, детей, на сцену выходят уверенные в себе и действительно много умеющие, могущие актеры, которые прекрасно поют, которые прекрасно работают в команде, танцуют и доказывают всем своим трудом вот этой творческой большой командой, где они бок о бок с профессионалами, что все, что они создали, прекрасно, и зритель уходит со слезами на глазах со спектакля, мы на самом деле понимаем, что вот такие проекты, они дают очень много.